Новелла в лекарственном обеспечении. По инициативе губернатора, с мая отдельные группы населения получат право приобретать лекарства с 50% скидкой. В основном это граждане, чья пенсия ниже минимальной. Теперь департаменту здравоохранения необходимо создать реестр пациентов, которые захотят воспользоваться данной льготой. В бюджете на эти цели запланировано 111 миллионов рублей. Я приглашаю всех пенсионеров со справочкой из пенсионного фонда о том, что у них пенсия ниже прожиточного минимума, обратиться в больницу по месту жительства, в ту больницу, к которой они прикреплены по заявлению, обслуживаются, ну или по территориальному принципу, все знают, где они обслуживаются. Вот. И дальше уже участковый врач внесет в реестр этого пациента, и им мы начнем выписывать рецепты с 50% скидкой. За каждой больницей закреплена своя аптека, и уже аптеки, продав лекарства по льготной цене, будут выставлять счет в департамент здравоохранения.